Медицинский центр «Атлант». Добрый день, друзья! Сегодня я сниму очень интересный ролик про правку грудного отдела самостоятельно, дома, в домашних условиях. Это будет самостоятельная коррекция фасеточных суставов. И сейчас я объясню, что это такое. Дело в том, что наши позвонки состоят из тела позвонка и парных долготрощатых суставов или фасеточные суставы, которые очень часто клинят. Американские хиропракты называют это субликсацией, они верят в постоянные подвывихи этих позвонков. Они часто происходят после неудачного сна, подъема тяжести, когда мы как-то повернемся неудачно, засидимся. И какие симптомы? Человек жалуется, у меня как будто кол в грудном отделе, как будто ему что-то засунули, и это мешает ему вздохнуть, повернуться, создает неудобства, и ничего не помогает. Ни горчичники, ни мази, то есть согревающая мазь только снимает какие-то симптомы, и все. Массаж тоже не помогает. Вот вообще массаж — это ни о чем. И какая-то физиопроцедура тоже. Здесь, конечно, самое лучшее — руки грамотного мануального терапевта, который сможет убрать эту субликсацию, который, как некоторые говорят, раздвинет позвонки, но позвонки раздвинуть невозможно, потому что они намертво сращены межпозвонковым диском. Если вы позвонки раздвинете, то просто диск разорвется и будет худшая симптоматика, то будет грыжа, да, межпозвонковая грыжа. Нам надо убрать именно субликсацию этого суставчика мелкого. Он иннервируется синовертебральным возвратным нервом люшка. Этот нерв питает всю суставную капсулу, питает там мышцы, связки. Он даже иннервирует, вернее, не питает, а нервирует. Иннервирует дураматор, да. Значит, как же нам быть, что нам делать? В общем, если вы проснулись с утра с такими симптомами, что у вас там все болит, поначалу вам надо разогреться. Для этого я рекомендую резину легкую. То есть, если вы еще можете вздохнуть, если вам не сильно больно, то, пожалуйста, потяните резину. Так, от груди или над головой. Можно просто натянуть и подержать чуток, то есть такие упражнения на статику, вот так можно поделать. Но мне самое больше нравится тренировать вот эти мышцы между лопатками, там зубчатые, ромбовидные, вот когда эспандер над головой. Дальше я уже снимал как-то ролик, можно сделать прокатку на баскетбольном мяче или вот на таком гимнастическом снаряде, но, как вы видите, он имеет форму тора, и так как его надо ложить на пол, и мяч тоже надо ложить на пол, это не всегда есть хорошо, потому что мы принимаем горизонтальную проекцию, и у нас нету именно вот этого эффекта вытяжения этих позвонков. То есть, если мы делаем упражнение стоя, то у нас идет тракция грудного отдела. Почему турник? Очень полезно на турнике висеть, для того, чтобы вытянуть позвоночник естественным способом. Я придумал разблокировку грудного отдела при помощи шведской лестницы и турника. Для этого я турник опускаю в самый низ, чтобы не было больно, а железо я беру обыкновенное полотенце, там пускай самое старое, но главное, чтобы большое было мягкое. Держусь руками за ручки, нахожу проблемный участок. Видите, вертикально у меня грудной отдел вытягивается. То есть происходит, естественно, вытяжка под собственной гравитацией. Потом берусь руками за поручни и делаю прогибы. Для усиления эффекта можно взяться за более нижний поручень и руками себе помочь, как бы за него держась, оттолкнуться. В общем, вот таким образом надо пройтись по всему позвоночнику. Ну, я имею в виду по грудному отделу. Для удобства вставания, чтобы не было резкого толчка, можно облокачиваться вот так вот ручками о поручни, об эти или об эти. После этого я беру турник.
переставляем наверх. Это высоко. И просто-напросто я на нем могу повисеть. И когда я вешу, я делаю такие скрутки тазом. Ножки поджимаю. И это упражнение я уже показывал. Я его делаю в конце, чтобы разблокировать именно шейно-грудной переход. Вот этот отдел. Вот. Таким образом, моей спине очень легко. Без массажа, без физиопроцедур, без мазей, хотя мазь можно использовать, согревающий, НПВС. Без мануальной терапии, без массажа я сам себе могу разблокировать этот грудной отдел. Почему он там постоянно подвывыхивается? По-русски это звучит глупо, да, субликсация происходит. Почему? Значит, грудной отдел зажимается со всех сторон ребра. Представьте, да, прикрепляются ребра. То есть грудной отдел очень стабилен, он мало подвижен. И если мы долго, больше 2-3 часов поспим на одном боку, если постель не очень правильно, представьте, мы будем вот так вот спать со сколиозом. У нас будет дуга, естественно, какой нерв зажмется. Нижний, вот здесь, где произошла максимальная сжатие. Вот посмотрите, да, на камеру. Вот так мы ровно спим, а вот так мы криво. Поэтому, друзья, выбирайте очень хорошие матрасы, удачно спите, не залежитесь, не попадайте под сквозняки, и у вас будет все хорошо. Если вам понравились упражнения, понравился вот этот сетап, вот эта видеосъемка на две камеры, слайдер, ставьте лайки, мы будем для вас стараться, для нас это будет, для меня это будет каким-то стимулом. Спасибо за внимание. С вами был Азакевич Виталий. Пока-пока. Делаем репосты. Атлант Медикал Центр.